Анастасия Усынина – девушка с характером. Работает на заводе менеджером по персоналу, но при этом в душе остается нежной блондинкой. Всегда верна светлому цвету волос. Под стать и хобби Анастасия увлекается рукоделием. Своей семьи у девушки еще нет, но зато есть мечта – переехать жить к морю. Но до серьезного шага не хватает уверенности в себе. У меня давно есть мечта переехать жить на море. Но чтобы решиться на такой шаг, на резкую смену места жительства, нужно иметь какую-то уверенность в себе, уверенность в завтрашнем дне. И чтобы получить эту уверенность, я решила начать с себя. Надеюсь, что новый образ поможет мне достичь своей мечты. У Анастасии есть мечта. И для этой мечты ей не хватает уверенности в себе. Наша задача сегодня – воплотить ее мечту в ее жизнь. Итак, мы начинаем преображение. Анастасия, ну что, вы готовы? Приступаем. У Анастасии проблемы с цветом. Наверное, даже это не ее проблема, а проблема мастеров, которые не могут ей в этом помочь. Выполнили ей окрашивание 3D, амбре, как угодно можно его называть. Мы добились того эффекта, той плавной градации перехода цвета. Немного сделали стрижку, и результат вы видите сами. Анастасия, мы закончили ваше преображение, теперь предлагаю пройти и переодеться. Пойдемте. С новым образом я теперь стала на шаг ближе к своей мечте. И я уверена, что в ближайшее время я ее реализую. С вами была Анастасия Малыгина. До новых встреч!